Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Городская администрация бесплатно передала землю строительной фирме. Постановление о предоставлении фирме «Маяковская» бесплатно в собственность земельного участка размещено на сайте мэрии. Участок площадью почти 1000 квадратных метров расположен на перекрестке Советской и Дерендяева. Согласно разрешенному виду использования, на этом месте можно строить жилой дом. Земля передается в соответствии с договором о развитии застроенной территории. Он был подписан летом 2011 года. По данным «Бизнес-новостей» в Кирове, ранее появлялась информация о том, что в рамках мероприятий по развитию застроенных территорий застройщики ведут работу по расселению граждан. В ближайших планах Маяковской завершить расселение жильцов и подготовить к сносу целый ряд домов. Среди них и здание по улице Советской. Это дом номер 98, 100, 102 и 104. Дайджест недвижимости. Дмитрий Козак оценил темпы переселения кировчан из аварийного жилья. Об этом стало известно в ходе видеоконференции, которую он провел с представителями регионов. На мероприятии обсуждалась реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Кировская область, занимающая сегодня 15-е место в рейтинге фонда ЖКХ, была отмечена Козаком в числе субъектов, которые в прошлом году перевыполнили обязательства по переселению граждан в 1,5 раза. По данным областного правительства, на 1 марта этого года переселены 3710 человек. Из них только в 2015 году более 2000 граждан переехали в новые квартиры из аварийного жилья. Дайджест недвижимости. А теперь новость от наших партнеров. Кто сказал, что на Масленицу не дарят подарки? Встречайте Масленицу в Черемушках и выигрывайте квадратные метры, 200 тысяч рублей на первый взнос или подарочные сертификаты от ипотечной корпорации. Вкусные угощения и веселые развлечения для детей и их родителей. Приходите всей семьей или приезжайте на специальном бесплатном автобусе. Масленица в Черемушках 12 марта в 12 часов. Подробности по телефону 25 10 10. По результатам исследования аналитиков портала rekirov.ru, средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в феврале составила 43 812 рублей. Это на процент выше, чем в январе этого года. Вместе с тем, однокомнатные и двухкомнатные квартиры практически не изменились в цене, а вот студии стали дешевле почти на 3%. Средний же рост обусловлен повышением стоимости трехкомнатных квартир. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.